хумус, закуску из нутового пюре, пробовали многие. Сегодня предлагаю приготовить немного нетрадиционный хумус из запеченного баклажана, он получается нежным, сытным и вкусным. Подробнее, как приготовить хумус из баклажанов, я напишу ниже. По желанию в хумус можно добавить паприку. Готовый хумус хранится около недели в холодильнике, он идеально сочетается со свежим хлебом или лепешками. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Срежьте кожуру у баклажана, затем нарежьте крупными кусочками. Запекайте баклажан при температуре 200 градусов до мягкости около 30-40 минут. В блендере измельчите нут, чеснок, тахини, лимонный сок, специи, соль и растительное масло. Добавьте запеченные кусочки баклажана и снова измельчите до однородной консистенции. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Хумус из баклажанов готов, приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество, далее. Масло оливковое, 60 мл, нут, 400 грамм, отварной или консервированный, баклажан, 500 грамм, лимонный сок, 2 столовые ложки, тахини, 2 столовые ложки, соль, 1/2 чайных ложки, перец молотый, 1/4 чайных ложки, чеснок, 1 зубчик, количество порций, 3-4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Надеюсь на скорую встречу на канале.